Итак, ладно, ребят, небольшой перерыв тут тогда заканчиваем. И продолжаем. Так, я проверил насчет сейва. Продолжаем Кисеки и дальше пойдем качать отношения. К сожалению, у нас только одно очко на действие. То есть на ивенты дополнительно. И мы можем пойти или с Элейн, или с Дайсином. Ну, в чате большинство во время перерыва проголосовало за Элейн. Так что идем смотреть с Элейн. Вперед. Так. Ван решил отправиться в кафе в районе Тирель и отдохнуть там немного на террасе. Блин, да тут красиво. Как же здорово все-таки иногда вот так проводить время. Днем здесь, как правило, довольно много народу. Да, но прямо сейчас не так уж и много. То место свободное? Этот голос. Какие-то проблемы? Нет. В любом случае, давайте начнем. Да, если что, это какой-то репортер. Так, ну ладно. Тогда давайте начнем наше интервью сегодняшнее. Да, полагаюсь на вас. У нее интервью для какого-то журнала. Прежде всего, я бы хотел бы сказать вам спасибо за весь усердный труд, за всю работу, что вы проделали. В недавнем деле, связанной с Арховиль. Вы действительно прекрасно справились с переговорами и также схватили преступников на месте преступления. Вы действительно смогли оправдать свой титул. Дева меча. Да нет, я не в одиночку все это сделала. Это все также благодаря помощи, которую мне оказали все остальные. Только благодаря их поддержке мы смогли справиться с ситуацией так хорошо. Это то, что я чувствую снова и снова, несмотря на то, что меня повысили до А-ранга. Понятно, значит, вы все еще храните... Храните. Вы все еще храните свои истинные ценности в сердце. Итак, насчет вашей семьи, Элейн-сан. Насколько мне известно, они одни из самых крупнейших и известных в мире производителей кондитерских изделий.
Что? Так вот откуда у Ван любит сладкое, понятно. А, нет, я вам очень благодарен за время, что вы уделили мне сегодня. Вы мне очень много рассказали, я уверен, что читателям понравится. Да ничего такого. Очень рада, что смогла чем-то помочь. Однако не могу не сказать, Элэйн-сан, ваша улыбка действительно прекрасна. Я знаю, что уже спрашивал об этом раньше, но не заинтересованы ли вы в издании фотокниги, фотоальбома скорее, вместе с нашей компанией? Простите, но я не намерена браться за такую работу. Печально. Я уверен, что это будет продаваться как горячие пирожки. Ну да. В любом случае, большое вам спасибо, что уделили мне сегодня свое время. Думаю, на этом я откланяюсь. Ну, приятного вам вечера, Элэйн-сан. Ванильное какао. А? Ну стоп, я ничего не заказывала. Да нет, клиент, что он там заказал для вас. И что же это значит? Значит, твое любимое ванильное какао. Ты хоть понимаешь, сколько лет назад это было? Ну, если не хочешь, тогда я возьму. Я не говорила, что не хочу. Да уж. Мне все еще нравится этот вкус. Потому что после глотка я чувствую такое облегчение. Когда я пью чай с Рен, я заказываю это, а он смеется надо мною, говоря: «О, ты все еще та самая маленькая девочка». Да, я могу себе это представить. Кстати говоря, вижу, что в последнее время ты практически стала лицом гильдии, не так ли? Слушай, только за этот год сколько у тебя интервью-то брали? Моя задача — распространять идеалы гильдии. Я была полностью готова к этому, когда приняла титул ранга А. Ну, что бы ты ни говорила, у тебя на лице видна усталость. Даже если ты пытаешься это скрыть, я тебя слишком хорошо знаю. Ты на протяжении уже нескольких лет пытаешься быть очень скрытной, но ты плохо все скрываешь. Ван, слушай, не нужно себя вести так, будто ты все знаешь.
нашей последней встречи прошло много лет. Ну, я знаю, прости. Я не хочу твоих извинений. И вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, тебе лучше побеспокоиться о себе. Занимаешься всеми этими сомнительными делами. Особенно учитывая, что ты мог заняться вообще кое-чем другим. Меня это устраивает. Плюс, это действительно очень мне идет в моем стиле, так сказать. Вот как. Но ты поосторожней, чтобы Агнес-сан и Фэри-сан. Нет. По крайней мере, позаботься о том, чтобы Агнес-сан и Фэри-сан не были подвержены каким-нибудь опасностям. Да, я понимаю. Если ситуация станет слишком опасной, я сам обо всем позабочусь. Как же я хотела бы, чтобы ты наконец-то прекратил так делать. Ну что ж, мне пора. Спасибо за ванильное какао. Это помогло мне почувствовать себя немного лучше. Ребят, мне кажется, ли это выражение лица только что сказал о том, что лед тронулся? Продолжаем перевод. Да, увидимся. Похоже, мы не можем просто оставить прошлое в прошлом. Ну, и если ей стало немного легче от того, что случилось сегодня, это того стоило. О, блин, стоп. А мой напиток уже остыл. Совсем забыл. После еще небольшого отдыха Ван продолжил патрулирование. Матвей, как это понять? Ну ладно. Где-то сейчас грустит в одиночестве один инспектор. Ну, увы. Игра нам не дала возможности. Привет, G-Flame. Так, что-то как-то быстро все закончилось. Чем займемся? Начнем следующий сюжетный сегмент. А, стоп, точно, я вспомнил. Мы же хотели еще один фильм посмотреть. Ну блин. Как и ожидалось, я не могу позволить себе посмотреть еще один фильм сегодня. Блин. Фак. Стоп. Сейчас кое-что проверю. Так, ладно, продолжаем. Который нам недоступен. Ну да. Прекрасно. Смотрели фильм. Так, давайте, я не знаю, пообщаемся что ли с народом, или все-таки пойдем по сюжету. Опекон!
Так. К сожалению, с ней нельзя общаться. Салар. Так, ладно. Погнали к себе. Ну ладно, может, в другой раз. Тогда. Салар. Нет, она... У нее не было маркера. Так, Ван, чем могу помочь? Так, давайте посмотрим. Все. А там подарки, все дела, нет? Ну, G-Flame, ну да, это ж все-таки начало. Как бы предыдущая часть как бы была более горячей. Ну, на руками, скоро, скоро. Мы к нему как раз и отправляемся. Ну, G-Flame, как бы ситуация начнет накаляться в следующей части, наверное. Нет, не наверное, а там под конец, возможно. Ну вот, Салар, видишь, нельзя с ней общаться. Я бы с удовольствием пообщался, но увы. Как бы вот эти маркеры означают, что они что-то там говорят, но... Да. Ну ладно, погнали. Зажигает. Угу, и весело. Все, заканчиваем. Так, завтра нужно рано вставать. Так что, думаю, приму я сейчас, наверное, быстро еще душ. Однако, в этот раз... Воспоминания. У меня еще 3 дня выходных, так что если останусь на одну ночь, все будет в порядке. Ну что ж, тогда полагаюсь на тебя, Агнес-сан. И я на тебя, Фейритян. Эй, подожди, ты хоть послушай, что я хочу тебе сказать. Мы знаем наверняка то, что Алматы во всем этом замешаны. У меня есть подозрение, что все может действительно быть довольно опасным. Поэтому я хотел бы, чтобы вы двое лучше остались здесь. Именно поэтому мы должны пойти, чтобы защитить тебя, Ван Сан. А еще я хочу отомстить им за
А иду сам. После того, что я услышала, я не могу просто оставаться в столице. Да. А еще, если тут еще один генезис замешан, это дело касается и меня лично тоже. Ладно, я вернусь в общежитие сейчас и соберу сразу вещи. Так что, пожалуйста, возьми меня с собой. Ну почему они такие упрямые? Нет, ну вторая помощница, конечно, довольно хороша в сражениях, учитывая, сколько ей лет. Но все же. Опа. Международный звонок. Неужели это? Стоп, этот голос? Да не, вряд ли. Доброго вам вечера, Ван Аркрайт сама. Ну, здравствуй. Я как раз надеялся, что ты позвонишь рано или поздно. Ну что ж, для меня честь. Извини, что так внезапно, но не мог бы ты... Нет, могли бы вы, пожалуйста, дать мне результаты вашей оценки за прошлый месяц? Само собой, если вы сейчас заняты, то можно и потом. Да нет, мне завтра как раз очень важное, серьезное дело, так что лучше покончить с этим сейчас. Я уверен, что завтра будет очень много всего. Что-то не так? Не, вам не о чем беспокоиться. Ладно, я отправлю... свой отчет об использовании. Да, полагаюсь на вас. Получила. Итак, вот данные насчет Zero Strike и Stun Calibur. И о вашем особом Holo Core, Мары. Так, все идеально. А похоже, вы очень часто их использовали. О, а это что? Ваши жизненные показатели за последние несколько недель? Хм. И количество раз, что вы активировали Holo Core, выходит за все пределы наших ожиданий. Ван-сама, что же произошло? Ну и, наверное, рассказал.
Ну что ж, вот и наш пикап, и погнали. Ну, Саладак, в итоге Юма все-таки проснулась. У, как быстро. Так, у нас сейчас скорость 1200 CE, или же в час. Ты сейчас едешь на более большой скорости, чем тогда, когда мы ехали в деревню Грейл. Да. Вот. На такой скорости мы быстро доберемся до... Какими темпами мы доберемся до полудня, до пункта назначения. Как и ожидалось от автобана. Такая инфраструктура пока что существует только в Калварде. Да, Калвард действительно великая держава. Стоп. Калвард первые создали автобаны? Ну, все, я думаю, знают, кто был первый, кто у нас создал первый автобан, да? О, фак. Меня Рой, президент Калварда, теперь больше беспокоит. Ладно. Ну, автобан был создан только между тремя нашими крупнейшими городами и несколькими населенными пунктами. Салар, совершенно верно, он. И я даже был на этом первом автобане, когда я был в Германии. Однако в других местах там все еще обычные национальные дороги. И все же мы поддерживаем свои дороги в более лучшем состоянии, чем все остальные страны. О, думаю, сейчас как раз хороший момент, чтобы спросить вас, девочки. Но вы когда-нибудь раньше были в Лангпорт? Нет, я впервые иду туда. Ну, я давным-давно ходила там и смотрела достопримечательности, но не больше. Однако я помню, что там было довольно оживленным местом. Я всегда надеялась когда-нибудь снова вернуться туда с семьей. Ну что ж, тогда я думаю, вам стоит рассказать кратко про Лангпорт. По сути, он разделен на две части. Новый город. И... Так. Новый город и... Восточная народная улица или Восточный квартал. Скорее. Учитывая характер нашего запроса, мы остановимся в гостинице в Восточном квартале.
Оттуда нам будет легче всего действовать. Ну, когда я ездила туда, я была в отеле в новом городе, так что для меня это должно быть что-то новенькое. Ну, и там, конечно, хорошо. Но восточный квартал позволит нам лучше закрепиться там. Ну, а еще, если быть откровенным, я не могу себе позволить... взять номер в отеле в новом городе. А, ну понятно. С деньгами у нас все плохо. Важно то, что мы можем использовать нашу гостиницу в качестве операционной базы, пока мы будем обходить другие районы и работать с этим запросом. Ну, а еще там будет легче собирать информацию. Понятно. О, ты все понимаешь. Я рад, что мы, так сказать, на одной волне. Итак. Помимо прочего, похоже, что некоторые члены семьи Лу хотят встретиться с нами. Они, если что, начальство Цао. О, значит, они более важные люди, чем тот человек, с которым мы встречались вчера. Да, они одни из главарей, лидеров Хэйюна. Я действительно не очень сильно горю желанием работать с высокопоставленными лидерами этой группировки. Но это также, с другой стороны, будет возможность собрать хорошую информацию. Так что будем надеяться, что с головой все в порядке у него. Ван Сен. То, как вы это сказали. Так, вернемся к разговору. Этот запрос... В рамках этого запроса мы проведем там 2 дня. Сегодня и завтра. На третий день Цао, по идее, вернется из Кроссбелла. Так что мы больше будем не нужны там. Однако я полагаю, что в зависимости от ситуации, они могут попросить нас остаться там дольше. В таком случае, Агнес... Ты сядешь на поезд и вернешься в столицу, как мы договорились, хорошо? Да, мне нужно вернуться в школу. Но, кстати, если я сяду на ночной поезд, то смогу остаться там до полночи завтрашнего дня. О, ты все изучила? Да. Так что даже если в итоге у нас уйдет на все это больше времени, чем мы планировали, я успею в последнюю минуту. Да, Агнес-сан.
Диджон Сити, эй. Блин, мне нравится вот атмосфера дорожного приключения в этой игре. Люблю я такое. Там что, пробка, что ли? Не знаю, сейчас пойду спрошу о ситуации. Ну как? Ну, по крайней мере, вроде ничего серьезного, но там, походу, рассыпался груз из какого-то грузовика. И из-за этого в итоге две из трех полос движения перекрыты. Проблема у нас возникает с самого начала дня. Это нехорошо. Как будто это какой-то знак предзнаменования. И сколько времени потребуется, чтобы убрать ее? Да не слишком, не особо долго. Думаю, минут 20 или около того. Ладно, тогда я воспользуюсь моментом и немного покемарю. А да, кстати, ты выглядишь довольно сонным. Ну да. Просто прошлой ночью меня немного там поругали. Потрепали, ну, поругали. Турат, не-не, все спланировано. Ладно, если что-то случится, разбудите меня. Он что, уже заснул? Ничего себе, Ван Сан. Тот факт, что ты можешь спать где угодно, как угодно и когда угодно, признак настоящего воина. Но... Да, но он действительно странный парень. Иногда он может быть немного суховатым или слишком прагматичным, но он всегда думает сам и придерживается своих убеждений. Несмотря на то, что иногда он может быть довольно холодным, он всегда старается помочь мне. Действительно, он довольно опытный и компетентный. Даже по сравнению с профессиональными бойцами. В то же время он не похож на моего отца или старшего брата, которые являются настоящими воинами. И он ведет свои дела как на поверхности, так и в подполье. Загадок. Действительно, он загадка. Сиреба сирюходо назога окунарунони. Мотто сиритакунарюйона.
Да, и чем больше про него я узнаю, тем более большой загадкой он становится. Ну, с моей точки зрения, Агнес Санте тоже достаточно загадочная. Ты кажешься обычным гражданским, но ты без колебаний отправилась в такое опасное место. Ты, конечно, отлично справляешься с поддержкой. И противостоишь неприятностям, даже если твой стиль отличается от стиля воинов. И знаешь, ты действительно вдохновляешь меня на подвиги. Перебарщиваешь. Но если я хоть чем-то могу помочь вам, Фееритян с Ваном Саном, то я очень рада этому. Да, кстати, я знаю, что самостоятельно жить может быть непросто, поэтому если понадобится какая-либо помощь чем-то, не стесняйся обращаться. Если хочешь, я могу помочь тебе даже с учебой. Мои оценки такие же плохие. Хм. Тогда ты не могла бы мне помочь с математикой? В воскресной школе мне тяжело поддается урок математики. Что-то, блин, я подумал, это у меня кто-то тут начал стучать, это в игре. Фак. Эй, есть минутка? Я хотел просто узнать, что здесь происходит. А, вы про пробку? А, G-Flame, ты тоже? Значит, я не один такой. Блин, просто звук такой прямо. Да, похоже, там у какого-то грузовика с трейлером проблемы. Но это вроде не особо серьезная проблема. Минут через 20 все рассосется. 20 минут. Значит, у меня немного свободного времени теперь есть. Слушайте, а вы довольно миленькие. Вы это в путешествие отправились или как? Да скорее деловая поездка, а не путешествие. Деловая поездка? Правда? Ну ладно. Так, мне этот парень уже не нравится. Знаете, тут у меня как раз немного свободного времени появилось, и мне довольно скучно. Что скажете? Чего? Я ариенайдаро. Редду шутинг стар но као о сиранай но кай? В смысле? Вы что, не узнаете меня? Я красная падающая звезда.
Красная падающая звезда. Это типа твой титул воина, что ли? G-Flame, ну, как бы да, которого никто не знает. Даже я случайно про него узнал. Где-то полгода, год назад. Если ты состоишь в какой-то организации, то я, скорее всего, слышал твое имя где-то. Наверное, все не совсем так. Я, конечно, не очень хорошо во всем этом разбираюсь, но вы Z1 рейсер, гонщик Z1. Так, Z1, чё? Сонабакана. Ну, не может быть. Икай, кимитачи. Боку ну намай ва Максим Руган. Так, послушайте. Я Максим Луган. Дорёкша рейсу но сайкоу хо тару Z1 гран-при де 3 нен лензок юшоу казатта кисеки но отоку да. Я человек, который 3 года подряд выигрывал Орбал гонки Z1 гран-при. Йошимо, зайрёкмо, нани ёри, тенкара атаэрарета сайноумо свете о кане сонаэте иру. Так. Я прекрасно выгляжу. Я богат. И прежде всего, я талантливый. От рождения. Тайрелу гейноу но кеккунштай дансей ранкингу дева нинки хайю осаэте но додо ичи. В рейтинге Тирель среди мужчин. В рейтинге Тирель меня оценили как мужчину, за которого женщины больше всего хотят выйти замуж. Больше, чем даже самые знаменитые актеры. Я думаю, вы меня можете смело называть самым желанным мужчиной в стране. Ну, типа это клёво. Им так насрать. Ладно. Хватит слов, лучше доказать всё. Так, вылезайте из этого говна и пошли со мной, я покажу вам, как хорошо можно провести время с человеком, который обладает первоклассными навыками вождения. Так, ты чё творишь там, Ван Сан. Тихо, да? Да когда ты? Да я проснулся и вижу, что самая... Нет, главная звезда страны... пристает к двум маленьким девочкам в моей машине. Я уверен,
что и Мелд, и Баз Радар будут очень рады услышать о такой истории. Эй, там что, драка? Эй, этот человек же... Да ну, серьезно! Так подожди. Я хотел тебе еще кое-что сказать. Мне срать, насколько ты знаменит. Но тебе лучше даже пальцем к не касаться их, понял? О, господи, этот парень такой напористый. Ван Сан. Я вложил всю душу, чтобы сделать ее лучшей машиной, которую ты когда-либо видел. Так что не смей трогать мою партнершу, мою Ингрид. Понял? То есть... Ну, короче, да. Эта модель, конечно, может быть уже старая, но время и усилия, которые я потратил на нее, делает ее намного лучше, чем твой ЕТВС. Ладно, все, я понял. А теперь давай, отпусти, я не могу двигаться. У него, похоже, блестящая техника подавления. Скорее, сдерживание. Я тебя запомню. Эй, тебе не кажется, что ты переборщил? А? Я, знаешь, просто не из тех мужчин, которые будут просто так сидеть в стороне, когда над его любимой машиной издеваются. А вам стоит научиться не открывать окно любому, кого не знаете. А что если бы они... Фу, а что если бы это был какой-нибудь грабитель? Или еще хуже, вдруг он угнал бы мою машину? Ну да, прости. Ну, мы как бы вооружены, но все же. Однако, несмотря на... Так. Однако, несмотря на то, что я слышал от Динго насчет этого парня, он оказался более большим любителем пофлиртовать, чем я думал. О, ты, похоже, много знаешь о нем. Ну, любой, кто интересуется автомобилями, будет знать. Несмотря на... ни на что, у него техника вождения действительно первоклассная. Однако, как личность, он полное разочарование. Значит, еще один романтический образ был уничтожен только что. Полностью.
Так, похоже, машины впереди начали двигаться. Ну, похоже, пробка закончена. Закончилась. Отлично. Пошли.